Игорь Лукин, Алексей Насонов. Настоящие детективы. Большая разница. Какие самые неожиданные инструменты и орудия преступления запомнились вам за время съемок? Микрофон. Направленный. Знаменитое убийство микрофоном, которое вы расследовали. С особым цинизмом и жестокостью. Вы помните, был такой сериал «Следствие ведут знатоки»? Да, конечно. Да, вот актеры, которые снимались, замечательные совершенно актеры, которые снимались в этом сериале, но у некоторых из них потом возникли определенные сложности, потому что им в других фильмах было трудно сниматься, их воспринимали и называли по фамилии уже героев, которые были в сериале «Следствие ведут знатоки». У нас обратный процесс. Мы же с Игорем оба милиционеры. Мы пришли в сериал из милиции. Вы действительно? Из бабушкинского РОВД, в частности, я. Серьезно? Что, серьезно, что ли? Ну, да, мы майоры милиции. Теперь все это объясняет. То есть вам, соответственно, никакой сложности не представляет быть детективами. Вот это новость. 20 лет этим занимались. Александр, понимаете, вот смотрите, люди, Игорь и Алексей, играют детективов и пришли из милиции. А вы... Мы с вами инженеры, а вот полезли на телевидение. Да, понимаете? Да. Вот удивительное дело. Вот так, друзья, такие удивительные встречи происходят на телевидении. Спасибо огромное. Мы очень рады, что вы к нам пришли. И надеемся, что вам понравилась наша пародия. Спасибо, Игорь. Спасибо, Алексей.